Благодаря единому дню диспансеризации у жителей Ленинского района появилась возможность найти время для своего здоровья. Идея проведения медицинского обследования за один день оказалась крайне востребованной. Суббота была выбрана не случайно. Для работающих граждан это очень удобно. Все, что необходимо иметь при себе – полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Удобно очень. И очень нравится. Ждем результата. Очень довольна организацией в этом году. Очень. Так все быстро, удобно, без всяких очередей. Быстренько проходим. Вот, пришли, 5 минут, и все, уже около кабинета, и стоим, ждем очередь. Вся организация наша здесь. Пришли проходить. Глава Ленинского района Олег Хромов пришел в районную поликлинику ровно к 8:30, к самому открытию. Все проходят терапевта, анализ крови, анализ мочи, сахар, холестерин, электрокардиограмму, если старше там 39 лет. Вот, грудное давление меряют тоже с определенного возраста. Организовано все очень хорошо, открыты дополнительные кабинеты. Вот я сегодня прохожу первый этап диспансеризации. Надеюсь, что на этом остановлюсь. Что те анализы вот крови, соответственно, которые я сегодня сдал, электрокардиограмму, прошел обследование, глазное давление, просто давление. Соответственно, по крайней мере, в меня внушает оптимизм. По результатам обследования врач-терапевт дает заключение и рекомендации. При наличии отклонений направит пациента к узким специалистам, которые назначат углубленную диагностику и лечение. Есть первый этап, есть второй этап диспансеризации. И поэтому я бы призвала всех людей, не только сегодня, как в единый день диспансеризация, а ежедневно, когда вы сможете прийти к нам, пройти эту диспансеризацию, узнать о своем здоровье, потому что нация наша должна быть здоровой. Такие активные профилактические вмешательства позволяют достаточно быстро и в значительной степени снизить вероятность развития у каждого конкретного человека опасных хронических неинфекционных заболеваний. Ежегодно жители от 18 до 99 лет могут пройти общее обследование по собственному желанию. Все медицинские осмотры и анализы проводятся бесплатно. Наталья Буслаева и я, Дамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.